как лучше всего сделать, так сказать, лайк на самом деле здесь сейчас? То есть мы не просто обматываем, ты сейчас подаешь, а я просто показываю, что может быть. Сразу сюда вход на сферу, да, на видение. Да, на круг, совершенно верно. Да. Раз и сразу, так сказать, обматываем. Нет. А здесь будет подача, да, то есть она будет выбивающая. Ага. Она выбивает сразу уже. Совершенно верно. Для того, чтобы сразу. О! Да. Чтобы сразу, так сказать, то есть при том, что все основные дальнейшие технические действия мы должны сохранить, так сказать, в нашем образе действия. То есть мы на самом деле можем и на этом же отведении зайти сразу. Вот. То есть, проще говоря, все сохраняется воедином, как подача усилия, но в действии будет вот ровно счетом еще раз. Подаешь. Сразу сюда, так сказать, заходим. Значит, не торопиться. То есть получается так, что вот эту мы всю сферу сузили в один, так сказать, пучок и отправили сюда. То есть, не, то есть, а здесь оно все равно есть. То есть на самом деле здесь и все равно здесь идет. То есть здесь идет опять-таки. То есть начало опять-таки пошел пен, да? И вот у нас здесь, так сказать, да, люй. Завершился еще. Но фаза опять-таки пена, она здесь на завершение, чтобы опять-таки, да, зайти на дзиань. Да, если мы рассматриваем все-таки прямые. Да. Значит, давай. Я теперь выдаю. Еще раз. Так, в полтора раза медленнее. Ну, примерно так. Еще даже чуть-чуть медленнее. Тогда все будет аккуратно. Вот. Смотри, что. Подаю сейчас еще мне, еще раз показываю, как надо выбить. То есть на самом деле, если большинство усилий, так сказать, на ударные техники в момент защиты, это сбивание усилия, помимо того, что, так сказать, понятное дело, да, что внешнее сбивание кулака, ладони с дальнейшим изменением захвата и все остальное, то здесь пробивание силы, то есть ты ее пробиваешь насквозь, отсюда выпадает еще раз подача. Угу. То есть выбиваешь ее. Угу. Не сбиваешь, хотя на самом деле при усилии, если было бы вниз, и оно, по идее, так сказать, по техническому действию, оно и есть сбивание, но оно все равно пробивающее, так сказать, то есть сквозящее, так сказать, усилие. Дело тут даже не в жесткости, дело вот в точке входа. Понимаешь? То есть у тебя там не должно быть пучка, ты не должен в момент входа рассеиваться. Концентрироваться. Да, так сказать, да. То есть ты выбил точку, так сказать, да. Ага. Еще раз, сам подай просто сейчас, еще раз. Ага. Я. На скорость не работайте. Да. Да, вот так вот. Да. Вот что хорошо, то хорошо. Идите. Да. Да, да, да. Не сдергивай. Ага. То есть у тебя опять-таки, да, то есть одно раз, действие. Я, да, я как бы хочу его отвести туда. Да, да, да. А оно получается здесь. То есть раз сюда, и по геометрии ты начинаешь здесь уже, да? То есть у тебя пошла скрутка. Я просто ближе возьму сюда. Ближе сюда. Ближе взять, но опасно. Понимаем, что достаточность должна быть. Не дотянешься рубкой. Дальше ты взял плечо и все остальное. Нет, и все остальное у тебя уже, ты конструктивно себя, так сказать, запер. И рубить уже нечем и не достанешь. Складываешься, да? Угу. Вот, то есть, в принципе, да и да, раскрыться, да. Да и да, то есть ты можешь это сделать. Лучше все-таки сюда дать, любить амплитуду, потому что, опять-таки, да, как только конструктивно, да, то есть мы зашли, так сказать, да, на позиции, да, то получается, да, здрасте. То есть получается так, что ты дальше-то сделаешь, так сказать, передвижение-то. Оп, ослабить и перейти, да, либо же, опять-таки, да, оп, ослабить, да, сделать полшаг. Оно возможно, но конструктивно ты здесь идешь, ты вся сила подается. А здесь нет, опять-таки, все же в земле, здесь почти ты здесь. То есть ты здесь наполнен, даже если здесь все хорошо соединяет вверх,
Все равно нет, вот только здесь у тебя и пошло, так сказать, движение. А это когда нужно? Это когда ты здесь уже раз, да, так сказать, ты начинаешь, так сказать. То есть тогда, да, тогда ты можешь сложиться. Тогда ты можешь, так сказать, зайти, чтобы здесь опять-таки, хоп, да, ты еще пошел, так сказать, пенальти. Все, поработайте, ага. Поработайте. Ага. Да. Но смотри, вот низко ты сейчас подпер меня чуть-чуть. А куда надо сбить? Сбить, пробить. Сейчас я насквозь. Точку эту найду. Ага, давай. Угу. Вот лучше. Угу. Вот тоже. Оп. Бывает. Угу. Угу. Ребят. Пум, 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 пум. Пум, 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 пум. Во. Заходишь, 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 заходишь. Угу. На подачу. Угу. Это право-лево, все тоже та же история, что была на лане.